Только не сейчас. Надеюсь, оно того... стоило. Я предупреждал. Ляг, отдохни. Я предупреждал. А я ведь вас предупреждал. Thank you.
Ты нашел ее? Она мертва? Она спасла мне жизнь. Боги, ты говорил с ней? Ее зовут Нали. Она была целительницей в Тиркаильте. Она сказала, вы были знакомы. Она была близка магу, о котором я рассказывал. Он пытался нас освободить. Гандахар. Он был моим другом. Когда он исчез, людям надо было на кого-то свалить вину. Тогда магия и вера были несовместимы. Жители деревни обвинили во всем Налию, несмотря на все ее беды. Мы нашли ее тело в часовне. Но... Тебя обманули. Ведьма получает власть над душами тех, кого убивает. И, конечно, над их памятью. Мои свитки. Я одолжу их у тебя ненадолго. Нали говорит, что с их помощью сможет защитить всех от злотопий. Если ты говоришь правду, я завершу начатое. Помогите нам. Вот ты где. А мы знакомы? Нет, меня зовут Фиона. Я местная белошвейка. Я тебя повсюду ищу. С какой целью? Айдан, он пропал. Что значит пропал? Когда ты ушел, он стал беспокоиться. Ведь тебя долго не было. Ройх пытался отговорить его, но он ничего не хотел слушать и отправился искать тебя. Где же он теперь? Мы не знаем. Ройх нашел его записку, когда он вернулся от кузнеца. Я не думаю... Дело не только в том, что он хотел тебя спасти. О чем ты? Айдан все потерял. Мы пытались все уладить. Он так сильно за всех переживал. Он жил ради людей. Возьми это письмо. Надеюсь, оно поможет его разыскать. Куда он мог пойти? Не знаю. Он боялся, что ты заблудился. Говорил что-то о старой башне, часовне, развалинах и кладбище. Наверняка он проверяет каждое место. Это в его духе. Тогда я поступлю так же. Я его найду. Надеюсь. Прошу, приведи его целым и невредимым. Непременно. Спасибо, Фионна. Удачи.
Откуда же вы все беретесь? Посмотрим. Здорово! Интересно, куда я выйду? Вас предупреждал. Ляг, отдохни.
А я ведь вас предупреждал. Налия, нам нужно идти. Куда? К Кайдану. Он умирает. Скажи, что случилось? Он отправился в топи искать меня. На него напали. Зачем он? Он отказался мне помочь. А когда я ушел... Где он сейчас? На кладбище. Времени мало. Нужно попытаться. Я могу перенести нас туда. Стой! Что? О, боги! Айдан! Ты можешь его спасти? Я надеюсь. Нали! На перемещение ушло много сил. У меня свитки Гораделя. Может... Прошу, оставь нас. Мне нужно сосредоточиться. Я буду ждать снаружи. Мне нужно время. Всегда мало. Вы похожи даже больше, чем ты думаешь. Гораделль? Думаю, я не такой уж обманщик. Ложь присуща человеку. Я предпочитаю быть честным. И все же, было бы приятно, если бы ты убил эту несчастную. Жаль. Ты разрушил Тир-Каильд, призвал чудовищ. Много столетий я пребывал в летаргии, пока маг не разбудил меня. Однако, по иронии судьбы, магия ведьмы, которая думала, что защищает эти места, не выпускала меня отсюда. И ты решил перевоплотиться? Я хотел пробраться в маленький городок в обличье местного жреца и проверить, кому они станут поклоняться, когда я покажу истинную силу. Но мне надоело скрываться. Думаю, с моей стороны было немного опрометчиво сразу уничтожить целую деревню. Кто же ты такой? Дракон? Не надо оскорблений. Я первенец Азираля. Я был свидетелем рождения драконов. Они уже вымерли? Конечно. Мой создатель запер меня здесь. Огненный властелин дарует каждому свободу воли, а потом ждет, когда человек пожертвует ею. История всегда повторяется. Ты мог последовать за Гандахаром. Ему ведь удалось выбраться. За Гандахаром? Он выбрался, потому что я ему позволил. Я же связан со своей клеткой. Такова цена моей свободы. Но Гандахар обязан вернуть свой долг. Сердце. Он явился сюда, чтобы найти тебя. Сделка с демоном. Я отдал ему свою плоть, свое сердце, чтобы он смог преодолеть барьер. А взамен он должен освободить меня.
Силой Азираля? Бога нельзя убить. Его можно только ослабить. Азираль живет в своих созданиях. На каждом из нас его печать. Пока мы живы, он не возродится. Он забрал мою сестру. Сосуд Азираля. Без меня не существует Азираля. Без Азираля нет гармонии. Драконы, орки. Почти все они вымерли. Если у Гандахара получится, то освободит он только тебя. Я буду ждать. Гандахар получил мою плоть, но я отобрал у него разум. Теперь он одержим веритой. Забавно, но в переводе это слово означает «истина». Ужасная ирония. Первопричина богов и всего сущего. Верита — это пятая стихия? Все духи стихии защищают от нее. Веритатра. Ею нельзя управлять. Можно только ослабить. А он все равно думает, что она важнее, нежели власть над самим Азираалем. Тогда я ослаблю его магию и выберусь отсюда. Бросишь вызов мне, первенцу Азираля? И тогда твоя пешка? Ты недооценил мою силу, а я твое невежество. Приятно было познакомиться. Кто же ты? Не, конечно, мой ты Он, да, я верю, так и ты не... Повеселимся? Ах ты ублюдок!
Ублюдок! Приятно было познакомиться. А это что такое?
приятно было познакомиться. Thank you.
Отдохни.
Посмотрим. Все в порядке? Нали? Да. Кто же еще? Ты такая красивая. Ты смеешься. Я чувствую себя помолодевшей на много лет. Ровно настолько, сколько прожила в топих. Вижу. Но как это произошло? Темная магия, поразившая меня в топих, рассеялась. Магия? Конечно. Ведь магия — это гармония. Такое происходит только в сказках и легендах. Но чтобы в реальной жизни — никогда. Из этой истории выйдет чудесная сказка. Может быть, однажды мир ее узнает. А где Айдан? Отдыхает. Ему еще несколько дней потребуется уход. Значит, у него появился смысл жизни. Ну, об этом еще рано говорить. Но я уверена, что без тебя этого бы никогда не произошло. А я уверен, что одной лишь хитростью победил первенца Азираэля. Тогда кошмар позади. Демон уничтожен, барьер разрушен. Думаешь, он говорил правду? Если так, его нужно остановить раз и навсегда. Я... Он отверг нас, предал, ради лжи. Юный маг, которого я знала, давно умер. Думаю, пора положить этому конец. Что тебе известно о сердце Гораделя? Если он и в самом деле сын Азираэля, его сердце защитит тебя от армии, которой командует Гандахар. Но знаешь ли ты, как его использовать? Я знаком с человеком, который мне поможет. Надеюсь, у тебя все получится. Буду молиться об этом. И я за тебя. Что ты теперь будешь делать? Начинается новая глава моей жизни. Похоже, она у тебя прямо за спиной. Что такое? Айдан? Удачи тебе. Ясно. Не знаю, что и сказать. Ничего не нужно говорить. Как себя чувствуешь? Уже лучше. Но барьер... Уничтожен вместе с Гораделем. Ты свободен. Значит, жрец? Он был пленником в собственном теле. Он погиб. Ужасно! Каждый пережил какую-то утрату, Айдан. Нужно радоваться тому, что есть. Ты прав. Спасибо тебе за все. Могу я тебе чем-то отплатить? Достаточно простой благодарности. Ты можешь остаться здесь ненадолго. Похоже, тебе надо отдохнуть. Благодарю, но я нужен людям. Будешь в здешних краях, непременно заходи. А ты не хочешь уйти? Ты бы мог отправиться куда угодно. Ты говоришь, словно это конец света. Я буду сражаться с нежитью. По крайней мере, враг известен. Нужно взять тебя с собой. Может быть, в следующей жизни. Не уверен, стоит ли всем этим заниматься, если дома тебя никто не ждет. Сейчас важно только это, а не то, сколько нам еще осталось. Может быть. Подумай об этом. А кто бы отказался? Хороший ответ. Ой, чуть не забыл. Вот твой амулет, Айдан. Ха-ха-ха. Спасибо, но мне он больше не нужен. Оставь его себе. На память о нас и этих землях. Я бы и так не забыл. Спасибо, Айдан. Удачи! До встречи! Да благословят боги твой путь.
Да благослови. Вот и ты. Почему так долго? Впрочем, ладно. Не желаю слушать оправдания. Тебе удалось выяснить, что это за предмет? Да. Артефакт, о котором говорил магистр Каинет. Сердце древнего демона. И оно у меня. Демона? Его имя? Городель. Хорошо. Ну что, ты способен просчитать следующий шаг? Может, мне пора встретиться с самим Гандахаром? Так. Но не волнуйся, милый друг. Одного я тебя к нему не отпущу. Рад слышать. Еще бы. Возьми этот кулон. Увидишь, когда придет время, он тебе пригодится. Кулон? Почему ты удивился? Да, кулон. Но необычный. Ты пойдешь один, так легче проникнуть в крепость. А этот кулон... Как он поможет? Ни звука. Поднеси его как можно ближе к Гандахару. Я почувствую, когда он будет близко, и явлюсь, чтобы помочь тебе в битве. Ты? Что за тон? Ты меня плохо знаешь. Ты сильно удивишься, когда увидишь, на что я способна. Как и все женщины. Молчать! Приказ понятен? Поднеси этот кулон как можно ближе к Гандахару. Ты не оставляешь мне выбора? Выбор есть. Ты можешь выполнять приказ или же дождаться, пока Анталор обратится в руины. Понял. Хорошо. Увидимся, когда наступит подходящий момент. Удачи, человек. Человек?